Всем привет! Сегодня буду чистить светлую замшевую куртку. Чистить ее легко, потому что ей не нужно возвращать цвет. Мне только надо убрать ее. Если вот так смотреть, она кажется чистой. Но если сравнивать с подмышками, там, где действительно чистая замша, что она там не пачкается, вот такая разница. Так, то, что грязно. И возвращать цвет ей не надо, поэтому ни мицеллярка, ни уксус здесь не участвуют в работе. На маленьких поверхностях бензин использую неразбавленный. На больших, когда вот куртки, чтобы не было разводов, разбавляю бензин один к одному. Обычной теплой воды. Столовых ложек бензина и 2 столовых ложек воды хватит почистить и куртку, и туфли. Настолько на экономный расход получается. Перчатка и губка. Смачиваю губку и отжимаю. И вот этим раствором обрабатываю поверхности. В чистке больших изделий обязательно должна быть практически сухая губка. Но раствора там достаточно для того, чтобы очистить все. Прям показываю. И самое интересное, вот эти губки для мытья посуды, после них не надо даже расчесывать замшу. Они сами расчесывают, счищают, не повреждая и в то же время очищая. Вот если я вожу губкой, она не оставляет следов мокрых. Только при сильном нажатии будут легкие влажные следы. Вот главный залог чистки замши больших изделий. На маленьких изделиях это не видно. На туфлях, там, на сумке вот этих разводов может не быть вообще, потому что можно нанести равномерно на маленький участок замши, равномерно можно нанести раствор. Когда большой участок куртки там, да, здесь должна быть практически сухая губка. Только вот в этих маленьких порах раствор, и тогда это будет отличная чистка. Вот я чищу первый раз, высыхает, и проверяю. Потом второй раз могу пройтись. Но если это делать регулярно, достаточно будет одного раза пройтись, и замша будет отличная. Если сравнивать замшу, вот здесь я трогаю, чистая, да, вот как оно в разные стороны складывается. А здесь перехожу, а здесь такого нет. Потому что эту часть я не почистила, а это почищено бензином. И вот бензин мне нравится именно для светлых вещей. Потому что они вот настолько чистые. Или просто мне, когда надо чистую вещь сделать, ворсинки максимально ухоженные. Но это должна быть именно сухая тряпка. Только сухая тряпка хорошо вот это все очищает и добивается вот такого эффекта. Колоссально красиво. Вот прям буквально замша прям новая становится. Вот, допустим, для самой тоненькой замши, на мой взгляд, бензин самый идеальный. Если вот такие получаются от губки, вот первый раз, когда кладу губку, получаются вот такие мокрые кляксы, сразу их засушиваю феном, чтобы не было таких клякс, чтобы не было орёла. Я высушила, и ничего, никакого орёла. Здесь только мне разгладить. А еще такую тонкую замшу никогда не чешу этой щеткой даже уже. Потому что слишком тонкая, и выдирать, чтобы она стала длиннее ворсом, мне не нравится. Это будет некрасиво. Она такая мелковорсная, поэтому достаточно губки. Губку беру вот такую мелкую. С такими мелкими. Она мягкая, если на ощупь ощущать, то она такая мягкая. И вот такая мелкая губка, она очень хорошо именно чистит замшу. Больше никаких щеток не нужно. Достаточно вот такой губки и бензина с водой. Тут попадаю под дождь в замшевой куртке. Она такая покрывается крапинками вся. Также в бензине смачиваю один к одному с водой. И также прохожусь, и все эти пятнышки, микропятнышки уйдут. А антидождем не покрываю замшу никогда, потому что она тогда теряет свою вот эту красоту. Вот сравниваю подмышку с почищенной замшей. Они сравнялись в цвете. Все очистилось, все чисто, пятен нет. И здесь чисто. По всем пока.
До новых видео!